задача – труба. И сегодня разговор будет неминуемо вертеться вокруг, нет, не оси, а женщин. Самая трансэфирная девушка, на мой взгляд, это Оля Третьякова. Просто запудрила. Как у нас все получалось? Я им навязывалась в коллектив. Они меня не хотели брать. У них был уже четкий, сформировавшийся такой стереотип рок-группы. Это должны быть все парни, все должны обладать некими качествами. Ну, там, чрезмерная общительность и так далее. И как бы мы сделали одну песню. Песня попсовая такая, тоже моя, одна из там самых ранних. Мне она не нравилась, но она нравилась моим родителям. Вот. Мы ее сделали. Ну, и, видимо, ребята подумали, наверное, она вся такая блаженная, вся такая вот девочка-припевочка. Ну, и стали так мне, как бы, мягко выражаясь, Оля, до свидания. Вот. Ну, я ходила к ним на репетиции, я приходила я так настойчиво и настырно вламывалась в их коллектив. Вот. В конце концов, они постепенно привыкали ко мне. Вот. У них был свой солист, с которым они, я не знаю, к сожалению или к счастью, распрощались. Теперь осталась я. У тех же мусульман. В принципе, наверное, хватит прикосновения руки женщины к мужчине. Да, наверное, хватит. Потому что еще может женщина сделать? Права голоса она не имеет. Слова она никакого не имеет, и вообще неизвестно, чего она имеет. Да, она прикоснется, это уже будет, наверное, восторг у мужчины, это уже будет какой-то, скажем, даже эротичный жест. Вот. А для чего Бог дал голос женщине? Наверное, чтобы быть равноправным с мужчиной. Сирены завлекали своим голосом моряков, проплывающих мимо. Но это было уже очень давно, я не помню, но очевидно, у них были очень красивые голоса, с помощью которых они вот так вот прям привлекали внимание на расстоянии, на большом. Очевидно, женщине дан голос для того, чтобы погубить мужчин. В одной из тон-студий города Ростова труба заметила группу «Дух волны» из Таганрога. Возможно, труба дух и не учуяла бы. Но в эпицентре звукозаписываемого события оказался председатель Донской молодежной лиги, депутат законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Мы записываем сегодня новую музыкальную композицию. Вот. Ну, еще как бы пришел похвастаться своей майкой. Майка от Назарета. Показать. Где-то в ноябре прошлого года у нас приезжала в Ростов эта замечательная рок-группа «Легенда». Вот, и у меня как бы вот есть такой замечательный праздничный сувенир. Это автографы всех музыкантов этой рок-группы. Вот, как бы. То есть майку вы не стираете? Майку я не стираю, я ее очень редко одеваю, очень дорожу ею. Налоговая инспекция! Налоговая инспекция! Налоговая инспекция! Это инфекция!
налоговую инспекцию? Ну, я не могу сказать, что я не люблю налоговую инспекцию. Я понимаю, что это очень непростая работа, но, с другой стороны, еще больше я понимаю своих сограждан, которые очень часто страдают, в общем-то, может быть, не по вине налоговой инспекции, но по вине государства от тех непродуманных налоговых систем, от той непродуманной налоговой системы, которая существует в нашей стране. Вот, и я думаю, что вот молодые люди, которые собрались сегодня в студии, может быть, своей песней какой-то вклад в налоговую реформу сделают. И, может быть, что-то мы изменим, если не во всей государственной системе, то, во всяком случае, в сознании наших сограждан. Саша, а вам самому-то есть доходы, которые стоит скрывать от налоговой инспекции? Нет, я все свои доходы декларирую, но декларацию за прошедший год еще не сдал. Обязуюсь это сделать перед телекамерами. Куда уходят народные средства? Куда уходят народные средства? Куда уходят народные средства? Говорят, что в женщине есть и темное, и светлое. Говорят, что женщина – ангел и дьявол. Разбирайтесь сами, что же намешано в Кате. Каждый человек ярок по-своему. И задача вообще каждого человека – это выразить себя. И если есть свет, то должна быть и тьма. И если есть черт, дьявол, то должен быть и Бог. Это как бы, это упадничество. Это перекликается с начала века, с концом века. Это декаданс. Это тот же самое панковское движение, которое идет в противовес обществу, в противовес всей этой вот обыденности. Хочется острых ощущений. А это все игра на нервах, игра на чувствах. Это острота восприятия. В самом прям, самом детстве, это, конечно, всемирно известная игра в больнице. Очень жестокая, зверская игра, когда дети колят друг другу пальцы, ее страшно. А потом уже в школьном возрасте, это уже, конечно, такие классики, кинематографы, такие фильмы, как про Фредди Крюгера, «Резня бензопилой», «Кладбище домашних животных», «Дом на своем кладбище». Ну, вообще, этот список, думаю, не удастся продолжать. Он может длиться и длиться. Я не только рисую вампиров, не только делаю всякие страшные образы. Я, например, могу сделать что-нибудь доброе, теплое, такое вот, что идет изнутри меня, вот, например, вроде такой мышки или какой-нибудь смешной полосатой рыбы. Еще я могу, например, как-нибудь выразить свою боль, свои какие-нибудь чувства, смятения. Я их могу выразить стихами, я их могу выразить, вот, вспомнить, нарисованном образе. Черный квадрат, белый квадрат, битва миров, мир и печаль. Кровь на лице, ветвь лавра в руке, боль и тоска. Боль и печаль, как бы с тобой и со всеми в любви. Дверь на запор, вот приговор. Женщина-вамп и мужчина-вамп — это мучитель, истязатель. Это такой символ, секс-символ, секс-символ жестокости. Яркий, боский, вызывающий, злобный. И в то же время такой очень привлекательный. Ну, сейчас наметилась тенденция такая, которая знакома нам по книгам, когда мужчины живут за счет женщин, которые за счет богатых женщин. И вот этот вот образ как бы привнесен в литературу тоже, в жизнь, когда вот мужчина такой, очень такой мужественный, а в то же время он иждивенец. Когда я прихожу в клуб визажистов, я визажист, у нас там только один мужчина, и он такое солнышко, такое лапочка. И очень хотелось бы, чтобы к нам в клуб визажистов приходило бы побольше мужчин. И не обязательно, чтобы все они были солнышками.
Представляем новое лицо в программе «Труба». Оксана Коломейцева с антиалкогольным обзором прессы. Я заметила, мужчины говорят о спиртном больше, чем о женщинах. И о музыке тоже больше, чем о женщинах. Со мной можно спорить о дозах, но в каждой своей статье мужчины пишут о своих пристрастиях к жидкому. Общая газета. Огромное интервью Артемия Кивовича Троицкого об Александре Башлачеве. Вопрос. В чем главное достоинство Макаревича и Гребенщикова? Троицкий отвечает. Их главное достоинство, как собеседников и собутыльников, в том, что они умные ребята. Интервью эксплуатит московскому комсомольцу. Цитируем. Пройти мимо этих забойных людей было бы верхом музыковической безалаберности. Сама их жизнь – один сплошной концерт. Господин Вотебюкин. Четыре серьги в бровях, одна в носу, три в ушах, черная майка, кожаные штаны, огромные ботинки, бутылка алкогольного лимонада «Хуч». Наверное, после всего, что было в жизни выпито, действует только эта зеленка со спиртом. В «Комсомольской правде» на Дону господин Поседелов Валерий пытается выдавить скупую мужскую слезу, дабы оросить могилу рок-н-ролла. Повод – приезд ББ в Ростов. Читаем. Жизнь реальная, земная, еще большая дребедень, чем астральная, потому что каждый пароход, сходящий с этой верфи, далеко не «Титаник». Команда все чаще бараны, а капитаны – спившиеся пастухи. О приезде БГ пишет и город Н. Вопрос. Многие ваши поклонники считают вас посвященным. Стараетесь ли вы поддерживать этот имидж? БГ, показывая на две стопки водки, отвечает вопросом. Вы думаете, я посвященный? В том же номере Чиж, залетавший на Дон, рассказал, как однажды Чиж и компания поспорили с Манго-Манго о том, кто больше выпьет. Мы ехали в одном поезде. Они подсели к нам в купе и стали говорить, что, мол, мы пьем и не пьянеем. Правда, потом, говорит Чиж, их стали выносить. А мы пошли и еще продолжили. Ударили по пивку. Вообще же, как признались Чиж и компания, ни одной своей пластинки они не записали в трезвом виде. И сегодня я обращаюсь к вам, дорогие мужчины. Хотя бы в канун 8 марта подумайте больше о нас, женщинах. Я-то знаю, кто любимая женщина художника Николая Гука. А если вы хотите раскрыть эту тайну, смотрите программу «Труба». Коля, можно сказать, что ты мужчина, который рисует жизнь? Есть какая-то любимая цветовая гамма мною. То есть, как бы, цветовая гамма старых фотографий. Коричневые, да, подкрашенные, может быть. Вот. И, ну, скажем, желание писать работы в такой гамме есть, но почему-то для меня это очень сложно. То есть все равно как-то. То есть это получается уже графика, а, скажем, мне кажется, что у графики другие какие-то задачи. Для меня было открытие, что Тулуз-Лотрек может писать какие-то академические вещи. Разве он не только академический? Он не только, он уже где-то учился, он ходил в рисовальные классы. Там мешанины из проституток, балерин, цирковых наездниц, танцовщиц и так далее и прочее. Правда говорит, что книги и картины пишутся, когда женщина спит. Да. Я работаю действительно, когда женщина спит. Или, скажем, ее вообще нет. Я не знаю такого художника, который бы сейчас работал с натурой. Живой натурой. То есть такие монстры, общепризнанные сейчас, как Борис Валеджа, он работает с фотографией. У него жена фотомодель, он фотографирует ее, наряжает, фотографирует. И чтобы не мучить ее многочисленно, то есть тот же Кинчев, который работал на тучиком, заработал все синяки на жопе и на пятках. То есть это изумительная работа на самом деле. Рубенс писал пышных таких, полных женщин там. Ему это нравилось наверняка. То есть он, ну,
Модельер я просто экспериментировал. Если говорить вообще о моде, то ну, полная женщина не в моде. Ну и плюс ко всему, в принципе, я пишу не для кого, я пишу только для себя. Каждый художник пишет в соответствии со своим мироощущением. У Дейнеки, у него демонстративно занижена талия у женщин. Причем во всех работах. То есть изначально кажется, что это ну мрак какой-то, ну, что он делает. На самом деле, действительно, скажем, ну, как середина тела у женщин действительно чуть ниже, чем у мужчин. То есть, по идее, грубо говоря, у мужчин должны быть длинные ноги. Вот. А, как правило, наоборот, ценится женщина с длинными ногами. То есть вот так. Нельзя всю жизнь рисовать очень правильно, очень красиво, очень академично. То есть, несомненно, хочется ну, не то что патологии извращенности, но где-то вот чего-то, ну, ну, чего-то вот небольшого. Я знаю одного такого художника, художника-бизнесмена, это был Сальвадор Дали. Вот. Это единственный художник-бизнесмен. Все остальные просто как-то их признавали после жизни. Мне это не нравится, то есть, понимаешь? То есть мне нравится писать, да, мне нравится писать. Но мне не хочется, чтобы меня признали после жизни. Можно не знать меня после жизни, вот, пожалуйста, при жизни. При жизни памятник пропить, если Пушкина не будет, то хотя бы дам. Все очень серьезно. Программа «Труба» очень серьезно. 669386.